Всем привет, приветствую вас на моем канале. Сегодня сделаем твиз на классический мохито, а именно Blackberry мохито, или же ежевичный. И, конечно, покажу вариант приготовления его в шоте. Для этого нам понадобится ежевика, желательно свежая, но если нету, можно использовать замороженную. Мята, сок лайма, содовая или минеральная вода без примесей, ром, ежевичный сироп, можно заменить на варенье. Если нет ни того, ни другого, тогда можно увеличить количество ежевики, добавить просто сахарный сироп. А если у вас есть ежевика, но вы не знаете, как сделать сироп, то просто перейдите по ссылке на этом видео. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк этому видео, так как для меня это действительно очень важно. Также можете подписываться на мои группы в соцсетях и класснуть на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пейте с умом, всем пока!